Здравствуйте, наши дорогие читатели! А вы знаете, какой сегодня день? Сегодня день непростой. Сегодня день чудес своими руками. И поэтому я к нему подготовилась. И сейчас вам покажу одно чудо. А точнее, это будет фокус. Смотрите внимательно. У меня есть вот такая красивая, я бы сказала, волшебная коробочка. И сейчас я вам ее покажу поподробнее. Из чего она состоит? Ее можно вот так вот раскрыть. И обратите внимание, эта коробочка абсолютно пуста. Ну, нет в ней ничего. Я думаю, все вы в этом убедились. Теперь мы аккуратненько закрываем эту коробочку, повязываем в нее бантик, закрываем салфеточкой волшебной и начинаем произносить волшебные заклинания. Крибле, крабле, бумс, йорики, скорики, морики, вингардиум, левиоса, крекс, пекс, фекс. Ну, я думаю, чудо уже должно произойти. Открываем нашу волшебную коробочку. И действительно, чудо произошло. Посмотрите, в этой коробочке, она же была только что пуста, целые, посмотрите. Раз матрешка. Два матрешка. Три матрешка. Так, не падай. Четвертая матрешка. И пятая, самая маленькая. Посмотрите, целое семейство матрешек поместилось вот в такую коробочку, которая только что была пустой. Удивлены? Ну, теперь я вам раскрываю секрет этого фокуса. Коробочка-то у нас, конечно, как вы уже наверняка догадались, не простая, а с секретом. Развязываем наш бантик. И смотрите, когда я демонстрирую вам эту коробочку, действительно, сомнений ни у кого нет, что она абсолютно пуста. Но есть в ней один секрет, который я вам не показываю. Я вам не показываю одну секретную сторону. Демонстрирую. Смотрите, вот она. И, конечно же, когда я коробочку эту вам показываю, я этот секретный карманчик прячу и стараюсь, чтобы по сторонам никто не смотрел, и чтобы в стороне по бокам от меня никого не было, а то они точно раскроют секрет этого фокуса. А когда я демонстрирую, вот так показываю, протягиваю свою руку, конечно, все убеждены, что эта коробочка абсолютно пустая. Но я вам раскрыла маленький секрет, который позволит спрятать в этой коробочке любой предмет нужного размера. Ну, надеюсь, фокус вам понравился. И хочу вам сказать, что еще другие фокусы вы можете подготовить с помощью наших замечательных книг про цирк, про фокусы, про разные трюки. Мы ждем вас в детской библиотеке имени Пушкина, в отделе искусства. Приходите, эти книги возьмете и, конечно же, подготовите еще много интересных чудес. Ведь сегодня день чудес своими руками. С этим днем я вас всех и поздравляю.